Пацаны, посмотрите на это. Я ору просто. Бам! Победа! Короче, я все-таки не могу остановиться, ребята, с апом кубка. Уже у меня почти 700 трофеев. Очень хочу, короче, не знаю, что я хочу. Топ-1 мира вряд ли. Ну, короче, на данный момент я 4-е место. И вот после этой катки я сейчас буду 3-е место в мире. Я вас очень прошу, поставьте лайк за старание, за упорство, настойчивость. Пожалуйста, реально. А также в описании вы найдете ссылки на парней, которые мне помогают. О, обязательно на них тоже подписывайтесь. Они вообще топы, просто звери. Дикобразы, динозавры. Так. Ну что этот персонаж творит, ребята? Просто невероятный. Невероятный. Сука. Ты опять ворота, да, закрыл? Я не умею пользоваться нормально этой ультой. Она такая классная, но так надо научиться правильно ей пользоваться. Ты мяч потерял. Блять, я ебаный тоже. Тихо. Куда я, блядь, собрался? Хоп, скушаем кусты. И враги еще не до конца понимают, типа, что происходит. Да, они, понимаете, не все выбили этого спраута. И не все, короче, не у всех он фул. Ну, донатеры такие, как я, да. Ну, вы тоже можете получить спраута совершенно, абсолютно, на бесплатно, если, внимание, подпишитесь на мой канал, подпишитесь на мой телеграм и на мой инстаграм. Ссылки все в описании. Участвуйте в конкурсе, на выходных я подарю вам спраута. Блин, пацаны, дождитесь меня, если дождетесь. Блин! Не могу просто... Холдик, руки тебе оторвать и обоссать. Реально, а так бы эпично было, да, если бы закрылся от него? Да. Что делаешь? Все, пацаны, это в гол. Блин. Должен быть. Типа сдал, не знаю. Да, я топ-3, топ-3 мира, а ну, смотрим. Или нет, а ну. Список лидеров, глобальные бойцы. Нет, ты топ-5 вообще. Тебе еще одна, блин. А, блин, они тебя перегнали вообще. А, там одинаковые трофеи. Ну, погнали. Они тоже играют. Погнали. Просто жесть, вы должны этот бой увидеть. Сейчас я вам его покажу. Просто жесть, что в конце было. Сейчас смотрим этот, бойцы. Блин, ты опять, у тебя одной катки не хватает. Да чтоб тебя. Погнали, мы должны успеть. Итак, ребята, ребяточки, 700 кубков и должно апнуться, Сейчас, 24-й ранг. Трэш. Так, выйти и выйти. Он еще, Два раза выиграл, прикинь. Да ты смотри какой, блин, не угнаться за ним. Ну погнали, будем его догонять. Не меняй, ты кубки, он слил. Блин, я тупо провтыкал тот момент, как я его обогнал, ребята. Он еще на тех кубках сидит. Мы его догнали и перегнали. 3-е место в мире. Ребята, я не останавливаюсь, мы топим вперед. Возможно, получится сейчас доапать косарь и взять топ-1. Поставьте лайк, если вы хотели меня там увидеть. Короче, поехали. Давайте одну каточку вам покажу, потому что это очень интересно. Высокие кубки, это очень интересно. Вы посмотрите, как в недоумении, каком игроки, которые увидят спраута. Это трэш. От него вообще хер скроешься. Что он творит? Реально, вот лоу-скильный перс. Долбоёб. Это пацаны у меня тут сидят, короче, они дружат. Они хорошие друзья, так. Ага, есть. Все просто, смотрите. Мне очень нравится то, что ты куда ни кинь зернобомбу, она будет скакать и взорвется в итоге. Единственное, что вот смотрите, если кинуть ее в стенку, такое ощущение, что она должна перепрыгнуть стенку, но нифига она не перепрыгивает. Но все равно она имба. Это вообще имбово было бы. Да это было бы, да, это бы... Его и так хорошо сделали. Я уверен, его все равно пофиксят. Все равно пофиксят, он слишком... Да, урон лучше сделали. Но пока он хорош, ребята, пользуйтесь. А если у вас нет его, то участвуйте в конкурсе, подписавшись на мой канал. На канал Стопроба и на мой инстаграм. Да. Мы делаем ветер, пацаны. Так. Сейчас мы...
Dragon IT. Мы, кстати, ни разу не проиграли, да? Или раз? Нет, два раза проиграли. Два раза мы за все время проиграли. Мы играем с 11:30, сейчас уже 1:30. Два часа играем, и у нас уже 740 кубков за два часа. Блин, если будет все так продолжаться, мы его апнем на 1000 за три часа, ребята. Короче, я пошел. Вы лайки, подписки, вы колокольчик. Давайте, короче, будьте молодцы. Угу. Пацаны, вы просто должны увидеть, что это имба творит. Просто три семерки. Я вам просто должен показать это. Ну, это нереально. Во-первых, давайте взглянем в список топов. Я на третьем месте все так же, но я вам хочу показать один бой. Именно момент один, что вообще произошло. Это жесть. Он невероятный. Итак, ребята, по-моему, этот момент, сейчас вот с этого момента, мы забили уже один гол, смотрите, вот, пацаны так усердно, за Мортиса пытаются сыграть как раньше, но извините, уже время не то, уже в игре есть спраут. Я вангую, ему уменьшат радиус действия зернобомб, ему уменьшат действие ульты. Ну это просто имба, ну это невозможно. Вот сейчас посмотрите, я вот это закидываю в толпу зернобомбы, и они там дамажат очень огромную область. Он невероятно крут. Вот смотрите, вот сейчас 30 секунд до конца, счет 1-0. И мы все эти 30 секунд будем сидеть на базе, чекайте. Опа, и смотрите, просто наблюдайте. Просто наблюдайте, я там дамажу, набиваю ульту. Смотрите, это проходит. Это не успело пройти, я уже новую набил. Я залатал снова ворота, они не могут пробраться, вы посмотрите. Потом я набиваю еще, я за 10 секунд успеваю накопить ульту и снова латаю ворота. Это невозможно, имбово. И смотрите, я еще раз успею залатать. И еще раз я латаю ворота. Жесть. Если они сделают ему не 10 секунд, а секунд 6-7, это изменит ситуацию. Такой он имбой не будет уже. На данный момент он сверхимбалансный. И мы топим на косарь кубков, вообще не оглядываясь назад. Просто погнали. Погнали дальше. У нас очень хорошо получается. И противники ничего не могут нам сделать. Абсолютно. Он в хороших руках будет непобедимым каким-то, я не знаю. Единственное, что я думал... О, вот сейчас против нас спраут, походу, будет больно. Что я думал, что... О, это Пити, это Пити. Его... Кто это такой? Которого мы обогнать пытались. А, да? Да-да-да. Мы его не обогнали? Обогнали. Сейчас, ебать, еще обошлем. Сорян. Спасибо. Да ладно, мы его выиграли, что ли? Блядь, ну ты ебанутый. Чел уже раз. А подожди, какое он место в мире? Ну, сейчас уже где-то из минус 7. А, мы его обогнали, да? Да. А, так мы его обогнали. Мы пытались взять, там, а, мы пытались с ним топ-3 конкурировать, я понял, кто это. Это его спраут залатал? Прикольно. Поставил. Вот сейчас. Так, я пойду. Единственное, что, конечно, да, хорошо, что хотя бы ульту ломать можно. Я изначально думал, что ульту ломать нельзя. И... А изначально так и хотели сделать. Ну это вообще бред. Сыграть это что, справа это... ворота, справа, чтобы не все, а только справа. О, ну бля, эту ёбку сейчас кидай. Все равно. Ну это читы были бы, если бы нельзя было ломать. Если бы еще зернобомбы перепрыгивали через стену. Раз, так, тихо, не матерись, у нас видос. А что, нам забьют? Блин, вы видели, как я тупанул? Ладно. Я думаю, вам интересно, чем закончится этот бой. А закончится он победой красных. Кто? Дурачок, дырку не знаю. А вы что, сомневались, что мы проиграем? Блин, если бы я еще... Он сам себя забаррикадировал, да? Вы видите, я постоянно звездный игрок. Я вообще не парюсь, не прицеливаюсь, и я наношу больше всего урона. Он нереально крут. Я куда ни выстрелю, вот такая огромная область, наносится по этой области урон, плюс пассивка имба, которая, даже если ты не попадаешь, у него вот эти бомбочки скачут, пока не взорвутся и все равно нанесут урон. У меня нет слов, он имба. Короче, продолжаем. Итак, друзья, ну что ж, могу похвастаться, уже 800 чбэнкс. Так, что там, пацаны? Так, могу похвастаться, я просто микрофон был выключен, у меня уже 800. Фух. Что там по списку лидеров? Глобальные бойцы. Офигеть. Пока мы ого, уже 900 у парня. Ну еще 1000 никто не апал. Но я буду в числе из первых, если это сделаем. А мы это сделаем. Причем вместе с вами. Подписка, лайк, колокольчик. Давайте, пацаны, просто я верю в вас. Вы любимые.
Ребят, срочное включение. Я сейчас играю против топ одного мира, УД. Тот, который сейчас в топе на спрауте. Счет пока равный, 0-0. Но мы очень стараемся. Сейчас будет овертайм. Как он правильно называется? Сейчас попробуем что-то придумать. Ну, блин, капец сложно. Хорошо играют, очень хорошо. Так. Пацаны, вы тут? Алло. Да. Что там? Блин, меня убили. И Джеки убит. Все, мы проиграли ему. Куда? Что? Я вверх кидал, но вниз полетел. Нет! Чего, блядь? Просто нет, еще раз нет. Если бы его выиграли, мы просто сейчас бы на позицию его подвинули. Сейчас список лидера, вот смотрите, бойцы, и короче, вот он, первое место. Он еще, никто еще не апнул этого перса на косарь. Еще никто не апнул его на косарь, и блин, представляете, если бы мы его выиграли, у меня были все шансы первым в мире апнуть этого перса на косарь. Огромные шансы. Я, во-первых, играл с пацанами без дискорда до этого, и я уже только потом заметил, кто это, и прибежал к ним в дискорд сразу. Жесть просто. Просто жесть. Я кинул мяч вперед, он ровно назад полетел. Ну блин, у нас там даже что-то не было даже момента забить. Но мы их прожимали. Не, я там мог зайти, ты мне, короче, баррикады кинул и меня кинул. А. Блин, ну мы играли четенько так, наравне с ними. Ну, видно, он топ-1, чё, блин. Это было очень интересно. Если бы мы его выиграли, просто, блин, разнос бы был. Ладно, мы продолжаем, еще не завершилось, он еще не апнул 1000, может быть повезет, не знаю, посмотрим. Блин, это я зря на 10 секунд запрессовал. Ладно, ребят, все, подрубимся чуть попозже. Да, это 900 кубков, друзья, 900 ровно трофеев. Фух, итак, смотрим, ну там уже этот чел уже почти апнул, да, он будет первым, наверное, кто апнет. Там осталось, ему 3 катки осталось, 70 кубков, ну ладно, погнали. Если получится, я подрублюсь. Итак, 1 кубок остался, только хотел понтануться новым рангом. Ребята, 1000 все ближе и ближе, блин, буду первым в мире, кто апнул косарь, вау! Так, ребят, сейчас бой против очень жестких челиков, хочу вам показать. Нормально я подрубился, когда меня убили. Мы пока ведем 1-0. У этого чела, по-моему, тоже 1000 на спрауте. Сосать? Ворота баррикадиру. Ну или так, да. Блядь. Нас тоже забаррикадировали. Сейчас накапливай. Я накопил, тоже дам ей еще раз на ротан. Блин, ну то, что у них справа, это плохо, блин, у них еще раз. А, меня выкинули, спасибо. Да ладно, он возле линии, ого. Да, так этот спраут жестко накинул. Спраут, да, лучше меня играет, однозначно. Блин, я не могу ничего сделать. Есть, добил. Блин. У нас был шанс сыграть с ним 1-0, теперь не знаю, надо как-то будет обыграть его. Есть, наконец-то. Пользуясь тем, что у тебя, когда они долетают, разлетается больше. А у тебя ускорялки нет уже? Меня? Я понял. Не-не-не. Нет. Так. Протяни. Сделаю так. Хорош. Ну хорошо, хорошо. Отлично. Пам. Тычка есть? Хорош. Бегу. Так. Ну и отлично меня убил этим. У него бешеный, конечно, радиус, когда он разлетается. Да. Пользуйся этим. Короче, не попадать, да? Не то, что не попадать, их даже как. Да я и так этим пользуюсь. Оу. Беркозируй. Нет. Нет. 3 секунды до конца. Давайте посмотрим. Да, ребят. Блин, у него 1 кубок. Смотрите, 1 кубок ему до 1000. Прикинь, если бы мы выиграли. Да, мы все-таки сделали это, 950.
Вот, но еще, блин, 49 кубков, блин, вот сейчас уже сложно, реально, сейчас уже топы подбираются, которые, вот, играть за Спраута вообще кайф, играть против Спраута, это просто бесит, его фиксить надо стопудов, против него невозможно играть, если шарящий игрок будет, ребята, это имба, самая лютая имба. Фух. Ребятки, все меньше и меньше кубков становится. Блять, вот кто нас сейчас сольет, ребята. УД, который сейчас в топ-1 мира. Блин, час прошел уже после того, когда мы встретились. Так подрубись, запись. А сейчас запись еще не идет. Так. Давай, блин. давай. Ой. Это сейчас было круто. Блин, офигеть. Блять, не выебал. Тихо, не материтесь, у нас ролик. Максимально стараюсь, но, блин, он меня обыгрывает на Спрауте однозначно. Он красава, он очень сильный игрок. Ничего себе, ты неплохо. А забаррикадировать сейчас бы мастерски как-нибудь. Как меня сейчас. Я не знаю, как это сделать. Нормально. Блин, ну все, это сейчас начнется просто жесть. Это ловушка. Вот когда так начинается, это ловушка. И они ничего не могут сделать. Так. Батвитва. Да, ой, я думал, у него мяч. Давай. Пожалуйста, бля. А что ты не выкинул-то? А у меня не было. Мяч не у него был. Ты две потратил уже. Боже, нам три катки оставалось, пацаны. И вот надо было попасть против него. Капец. Бомбит. Да этот Уайзи, я не понимаю, что он делает. Тики. Кресты, блядь, стройство. Боже, как он накидывает дико, вообще жесть. Ой, мяч. Блин. Ой, это меня зажали сейчас тут. Вся проблема то, что я не могу Спраута законтрить. Вот, а мои парни, они его никак не... Он мешает им. Минус 10. У них тысяч. Чтобы вы понимали, ребята, целый день играем. Надеюсь, вы лайк поставите, если мы дойдем до 1000. Фух, почти вернули то, что проиграли. Так, в этот бой ребята должны видеть. Это, кстати, последний бой, чтобы вернуть кубки. Фух, так. Посмотри. Тупо, вы бы знали, как бояться Спраута в этой игре. Есть. Да! Молодец. Вернули. Фух, мы вернули то, что слили. Даже на два кубка ушли вперед. Нам осталось две каточки, друзья. Две каточки. Фух, короче, смотрите их, наверное, полностью. Я не буду ничего вырезать. Тупо смотрите. Концовка, она очень классная. Блин, тут в конце такие катки сильные. Фух, правда, подбор долгий. Ну, давайте, как подберется. Да, только начали. Хотя челы очень сильно забили. У нас рекорд. Гол за 11 секунд. Причем не против худших игроков. Реально. А второй гол спустя сколько там? Не помните? 10 там. Мы за 24 секунды. За 24 секунды. А, 14 секунд на второй гол понадобилось. За 24 секунды. Фух. Бля, какой же Спраут мощный. Мне так он понравился, ребят. Ну его пофиксят. Тут до гадалки не ходим. Он очень-очень. Застрял. Капец, он там набаррикадировал. Хорош! Гол? Не-не-не, он забаррикадировал. Блин, гад. Так. Да! Фух, остался один бой, ребята! Один бой. Не один бой, два. Один, да? Это же 6 дают. А я считал как за 8. Короче, как останется один бой, я подрублюсь. Просто смотрите, как потно. Ты, по-моему, никто не сейчас использует мясо. Ооо! Такая, знаешь, не очень профитная. Пол карты за этот. Накидываю. Пошел отсюда нахер. Да как? Почему нас в эту сторону? Я достаю к нему. Мы успеем выйти. Блин, ребята, плохо дело. Я ж затянул! 1-1. Ой, как сложно.
Добил. Отлично, хорошо. Бежим. Бегу, даю. Соль. Давай. Нет. Она по 1000 с хером, по-моему. Я убил Спраута. Так. Вот это Кумари. Баррикад. Хорош. Так. Я сейчас Спраута заберу. Не достал. Блин, не могу попасть по нему. Добили? Не добили. Добью. Не добил. Можешь забаррикадировать. Давай, есть. Я тебе пас дам. Пас. Зайди в ворот. Ай, блин, нет. Стой. Лучше давай сейчас попробуем их заспамить. Да. Блин, только не это. Мне надо справа-то держать. Все. Я шучу. Все. Мы проиграли? А нет, он, блядь. Блин, Эмс контрит. Очень хорошо Спраут закинул, вот я и Блейк очень сильный. Ставим Трамп на как-то достанется. Блять, не лагай. Давай. Да. Сейчас. На мяч сейчас мне дашь. Я с ультой. Как? Ну. Давай, если... Я можем попытаться. Что я сделал? Ну это хотя бы не поражение. Чё-то я тупанул вообще люто. Жесть, ребята, это очень был потный бой. Очень был потный бой. Давайте, ласт остался. Последний бой, господи, последний бой. Ребяточки, просто зацените лайком, я вас прошу. Вы готовы? Погнали. Только не тут, пожалуйста. Пожалуйста, реально, только не какие-то там жесткие. Мы столько сделали каток. Поначалу было очень легко, в конце уже реально устали мы все. Но за один раз 1000 кубков, ребята, не знаю, это мировой рекорд. Это русский. Гарда! Ой-ой-ой-ой-ой. Да не, фигня у него. Да ладно, она отдает бой? Да ладно, Гарда, блядь, просто вот тебе сердечко мое. Борос же, Гарда, ты красава. Блин, мы столько поединков провели, мы реально очень старались. Ребята, в описании будет ссылка и на Гарду в знак благодарности. На 100 проба, на всех просто. Да, поздравьте, блин, один из немногих в мире, кто взял на данный момент Спраута на 1000 кубков. Прямо сейчас, ребята, я вам сейчас покажу топ мира. Вы просто офигеете, что мы сделали сегодня. Просто, Гарда, я тебя люблю, спасибо. И реально мы долго играем. Так, список лидеров, бойцы. Третье место, друзья, в мире. Ну, в местном там вообще, там, смотрите, там далеко даже. Фух, что тут в чате в клубе пишут? Короче, естественно, огромнейшее, блин, вам, пацаны, респект, что вы со мной от начала до конца. Я вам не знаю, я в долгу перед вами, не знаю. Стопро, оцени меня, как вот за все эти... Но, видно, пусть, ну, типа, как ты вначале играл, и как ты сейчас в конце, думаю, зрители тоже могут... Ну, чуть-чуть, да? Побольше там. Ничего себе, чуть-чуть, нормально, ты уже понимаешь, как баррикад хотя бы ворота уже не закрываешь. Не, ну, баррикады это вообще, блин, там, если бы я все снимал, абсолютно все, там такую можно было монорезку сделать, там такие были моменты. Это жесть, ребята. Ждите стрим. Я не знаю, на 1250 мы его не рискнем. Это очень сильно... Ну, я не готов. Но в любом случае, спасибо Стопробу, спасибо Джейнсону. Я перед ними в долгу. Думаю, с ними как-нибудь рассчитаемся. На ссылка на Стопроба в описании. Вы обязаны на него подписаться. Он крутой игрок. Всем удачи, до новых встреч. Надеюсь, вы лайк поставите. До новых встреч, ребята. 1000 кубков. Последний скрин.
Пока-пока.